Всем привет! Сегодня у нас 4 августа 2019 года. Показываю нагрузку инжирного персика Бельмондо. В том году я снимал, нагрузка была поменьше, плоды были, наверное, побольше. Вот, хочется показать, как он может грузиться. Все равно плоды остаются довольно-таки крупные. Сейчас будем рвать одной рукой. Когда рвешь плоды, то остается вот так вот. Желательно его прокручивать. Плоды очень шикарного размера. Показываю, какие. Персик выращиваю. Город Кременчуг, Полтавская область, Центральная Украина. Так, и внизу. И внизу, но он тут еще внизу чуть-чуть зеленковатый. Но его вроде висит, можно видеть сколько. Плодов очень много. Сейчас сорвем. Вот в руке можно видеть, какие очень большого размера плоды. Уже начинает кое-где переспевать даже. Так, сейчас нарву и расскажу уже больше за этот сорт. Такие красавцы. Сорт среднезимостойкий. Как в северных регионах он себя показывает, я не знаю. Хотелось бы услышать от садоводов-любителей или профессионалов, кто выращивает данную культуру на Северной Украине. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. По болезням он такой среднеустойчивый, то есть требует обработок от гнили по-любому перед созреванием. Ну, плодяки, конечно, крупные, красивые вообще. Класс. Я советую этот сорт и по вот такой крупноплодности, и по вкусовым качествам хороший. Присутствует на нем волосяной покров. Вот видно. Сейчас разрежем, сложим, посмотрим. Так, нарвал таких бубликов. Очень крупных, красивых. Сейчас посмотрим, какой вес в 2019 году. Нагрузка, вы видели, на дереве не маленькая. Сейчас будем смотреть вес. 160, 170, 171. Это с хорошей нагрузкой. 166. Такие вот кабаны. 171. То есть без нагрузки вес будет 200 с чем-то грамм, как в том году. 178. Вес отличный. Падает уже. Ё-моё. 168. 163. Грубо средний вес 160 грамм. 170. Так, эти сейчас вложу. Красавцы. Блин, попадали. Ё-моё. Так. Теперь эти давайте попробуем. Какой тут вес? 180. 156. Блин, упал в землю, ё-моё. Он 204 грамма. Наверное, самый большой в этом году. 206. Не самый. 179, 180. 190 с почти. 170, 194 с почти 200. Ну, как видите, размер очень хороший у этого сорта. Такие здоровенные, здоровенные плоды. Вот тут самые большие сейчас на руку положу.
Вот какая громадная. Размер какой громадный. Сейчас разрежем, посмотрим. Какая мякоть. Мякоть у этого сорта очень вкусная. Сейчас более спелый. Вот это более мягкий. Сейчас попробуем. Косточка, не помню, отделяется, не отделяется. Вот такая вот. Видно, спелая мякоть. Косточка. Ну-ка. Косточка свободна у этого сорта. Вот. Отделяется отлично. Ну-ка. Видно. Сочный. Мякоть желтая. Сорт очень классный. Ну-ка. Вот я надавлю, еле-еле бежит сока. Очень много. Сейчас попробуем на вкус какой. Тает во рту. Очень сочный, очень сладкий. С легким ароматом манго. Шкурка тут несъедобная. То есть шкурка мне не очень нравится. А так, сорт, конечно, очень-очень классный. Такой громадный бублик. Всем советую этот сорт. У кого не растет он в саду, покупайте. Будут такие громадные, товарные, вкусные плоды на начало августа. Класс. Сока масса. Классный сорт. Советую всем. Берите, не пожалеете. А так, в принципе, вот такой небольшой видеообзор по нагрузке этого персика инжирного. Довольно неплохая нагрузка, выдержал, хороший показал вес в этом году. Я очень доволен остался этим сортом. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.